Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова закупка из магазина Метро. Решила я там кое-что еще докупить. Также мне одна моя зрительница писала, что хорошо там брать масло оливковое. Я посмотрела, что там еще есть растительное масло по 5 литров. Вот это Aro, да, как-то так называется эта марка. Если вы брали такую марку, то обязательно напишите мне в комментариях, вам нравится это масло или нет. Мне, конечно, 5 литров оливкового масла, если не для жарки, то это слишком много, мне даже его хранить негде. Ну, а если обычное масло, то... Да, в общем, напишите, буду ждать комментариев. Кто еще пробовал, девушка написала, что она пробовала это масло не раз, оно не горчит, очень вкусное, оливковое масло имеется в виду. Вот, но я в этот раз его все-таки не взяла, мне нужно как-то купить тару какую-то, в которой все это нужно будет перелить и хранить, или как-то, в общем, надо это дело обдумать, мне можно так сказать. Вот, чек будет в конце видео, и также для того, чтобы заказать через Сбермаркет в магазине Метро, никакая карта вам не нужна. Я сама лично в магазин Метро не ездила, у меня не было вот этой специальной карты, по которой можно туда пройти. Вот, а заказ онлайн и карта не нужна. Привез мне все это в Сбермаркет. Курьер все выбрал, позвонил, привез. Единственное, что Метро привозят они все время поздно мне, с 7 до 9 вечера. Только такое время я могу выбрать, но не знаю, возможно, из-за того, что я живу за городом. Ну и давайте уже покажу, что я купила. Вот такая вот у меня получилась закупка, которая была сделана из-за мяса и рыбы. Но давайте я начну вот от этого всего. Во-первых, мы все время покупаем вот эти круассаны. Они были в Метро на момент покупки по акции. И я решила взять сразу много. У меня, я уже говорила, берут с собой. Поэтому и муж в том числе. Поэтому у нас они уходят обычно. Очень удобно, что они в индивидуальной упаковке. Вот. И я тут набрала разных вкусов. Соответственно, вот такой с шоколадом, вот такой и вот такой. Тоже по две упаковки каждого, чтобы мне надолго хватило. У меня есть где хранить, у меня есть и кладовка, и холодильники, и морозильники. В общем, супер. Также взяла соки, потому что нет-нет, да мы все время покупаем соки. Они тоже были на акции. Я набрала вот сколько. Тут у меня и яблочный, и тропический микс. Две штуки. Две штуки вишни-черешня и две штуки земляничное лето. В том числе у меня могут перелить бутылку и также взять с собой, в том числе и муж. И тоже говорила, что у меня и в садик, и также на старший сын в школу, когда остается на продленке, берут с собой тоже, ну, соответственно, может круассанчик взять, еще что-то, да, и вот берет вот такой вот соки. Тоже они были на акции, поэтому я набрала, тут разные вкусы, в общем, у меня тут много их, целый пакетище, соответственно. Вот, почему он меня берет с собой, он не ходит у меня в столовую, потому что, ну, там невозможно, то есть обедать он не обедает, потому что невкусно, он не может это все есть, а купить что-то не всегда удается, потому что переменки маленькие, а бывает там старшеклассники, в общем, не пускают молодежь. Вот, еще купила, было по акции, вот это слоеное тесто. Я из него много что делаю, и на завтрак, и не только, поэтому я, соответственно, и купила по... Вот такое я купила две упаковки, оно чуть подороже было, дрожжевое. Вот такие вот тесто, вот это Талосто, хорошее тесто, мне оно нравится. И вот это тесто бездрожжевое я купила, соответственно, аж 4 упаковки, в том числе ленивый вариант торт Наполеон тоже можно из этого сделать, да. Я, наверное, сделаю, докупить сливки, масло и супер. В общем, у меня такая оптовая, можно сказать, закупка получилась. В прошлый раз мне писали про рыбу, говорили, что хорошая рыба в магазине Метро. И я купила две упаковки, продаются они по упаковкам. Это замороженная, хорошая имеется в виду замороженная рыба, да. Что она, ну, действительно, она как это, сухой заморозки, да, это называется. Вот такая горбуша потрошенная, без головы мороженая. Тоже она, по-моему, была по акции, если я не ошибаюсь. В общем, здесь у меня в упаковке получилось две штуки, а здесь в упаковке одна. Но мне курьер отзванивался, спрашивал, что, ну, пойдет мне столько, да, что одна в упаковке одна штучка, здесь две. Я сказала, да, пойдет.
Я как раз брошу морозилку. Я люблю рыбу. Ее можно и запечь, и на стейки, и филешку снять. В общем, да. Большую упаковку 12 килограмм я не стала брать. Во-первых, это из замороженного. Я думала, это свежая рыба. Нет, это замороженная горбуша. Я подумала, как мне ее размораживать, потом куда-то разбирать, еще что-то. В общем, решила не заморачиваться, а купить вот так по рыбке. И появилась все-таки, вот ради этого я сделала заказ, грудка. Вот, она получается в районе 300, около 300 рублей. 290 или 299, что-то в этом духе, за килограмм. В чеке будет видно, у меня здесь упаковка 5 килограмм. То есть купила так же, как филе бедра. Филе бедра мне понравилось, свежая. Здесь то же самое, свежая куриная грудка. Хорошая, я ее сейчас разберу по пакетам, и все что угодно, и плов, и отбивные, и все что вы хотите. Вот, так что супер. Вот такие оптовые покупки, конечно, хорошо делать в магазине. И я в одном из своих влогов показывала, у меня большая морозилка, у меня еще есть морозильная камера, и поэтому мне есть где это все хранить. Так что супер. И супчик можно сварить, и картошечку какую-нибудь с куриной грудкой. В общем, куриная грудка вообще у нас на ура уходит. Так что вот такая вот у меня получилась прям оптовая покупка. А, я же еще не сказала. Вот ножки, голень еще тоже были. Мало того, что вот такая упаковка здесь 2 килограмма, она получается дешевле. То есть, как сказать, дешевле вот так вот большой упаковкой брать. Это раз. А во-вторых, еще и скидка была вот на эту упаковку. Соответственно, я взяла. Там пишут, что примерно 2,5 килограмма. Но вот у меня упаковка получилась 2,098. Вот такая. Тоже куриные ножки. У меня младший сын любит их кушать. Жареные там или запеченные в духовке. Также они отлично. Там еще продается и индейки, соответственно, и крылышки продаются, и части от крыла, вот это вот, да, в общем, супер, мне очень понравилось, так что буду теперь периодически там заказывать, ну и давайте покажу вам уже чек.